Трансграничные платежи на основе блокчейн впервые тестируют Япония и Южная Корея при помощи распределенной сети RippleNet. В проекте участвуют два финансовых гиганта Южной Кореи – Woribank и Shinhan Bank. Рыночная капитализация институтов превышает 30 миллиардов долларов. Блокчейн-технология даст возможность сделать транзакции моментальными, устранить посредников и снизить издержки при осуществлении трансграничных платежей. При хороших результатах тестирования первые трансграничные платежи между странами смогут осуществиться уже в 2018 году.